А видео про эту красавицу. Угу. Я хотела показать вам, как выглядит наш такой подземный вокзал. Вот я спустилась вниз. Вверху такой интересный потолок. Вот эти такие большие круги наверху, они выходят прямо туда, наружу. Они тянутся через всю длину вокзала. И наверху там были такие стеклянные, тоже такие сделанные стеклянные как бы пирамиды с такой срезанной верхушкой. И там можно было посмотреть сюда вниз. Очень интересно вообще это выглядит, красиво, так здорово, чисто все, аккуратно. Ну, а я собралась поехать Кинг, как он там, Кинг Барн Ярд, а посмотреть, может, можно какой-то разжиться интересной орхидеей. Я прошла через турникет, пикнула своим билетиком, и вот моя электричка, которая стоит слева, а вот на ней я и поеду. 44, через 2 минуты она отправляется. Я хочу дойти, показать вам, как это выглядит. Вот эти вот такие дизайнерские круги. Вот видите, наверху и выходит прямо туда, наружу. И, в общем-то, дает освещение. Здесь, конечно, полно освещения и такого, как бы искусственного, конечно. Но, тем не менее, вот эти вот такие вот над головой штуки. Так очень интересно выглядит. Так, ну, а я захожу в электричку. Маску на лицо и вперед. Через, считайте, половину, даже больше, 6 вагонов. Обычно 4, вот через 4 вагона соединенные. Можно пройти свободно через них. А следующие 2 это присоединили как-то, ну, от другой электрички, чтобы сделать длиннее. То их теперь, ой, 6 вагонов. Это я быстро шла, чуть-чуть ухекалась. А, вот там вы видите меня в окошке. И другой поезд. Я еду всего одну остановку до Аракеи. Ну, буквально, я не знаю, несколько минут. И практически я уже там, возле магазина. Соседняя электричка уехала. И так вот выглядит платформа, которая рядом. Чисто, аккуратно, удобно. Это такое, знаете, какое-то космическое. Какой-то космический ангар такой. Так как-то с моей точки зрения выглядит вокзал. На видео он немножко не так выглядит впечатляюще. А вот в жизни, знаете, такой... Вылетаем куда-то туда, на Марс. Ехали мы так медленно-медленно только что. Теперь стали ехать быстро. Но я для своих таких поездок выбираю всегда пасмурный день. И поэтому сегодня такой замечательный для меня день. Пасмурный. И море такое серенькое. Где я вот специально снимаю, как мы едем, а для того, чтобы вы как бы прочувствовали со мной мою поездку. Гляньте, сколько стоит лодок. Лодки, лодки, лодки. И на берегу, и на воде. И, боже мой, сколько их тут стоит. Вот такие лодки обычно люди возле дома держат, ну, если есть где. А потом они их к машине прицепляют и тащат за собой. Вот здесь и на воде стоят. Ну, сейчас еще буквально пару минут, и уже будет моя остановка. Это такой район Окленда, называется Оракеи. Дорогие дома здесь. Это вот все, что там вы видите, так каждый домик стоит 1 000 000. Вот тут маленький. Небольшой, а маленький. 1 000 000 и больше. Вот такие у нас цены. Я хочу, чтобы вы послушали, как цикады. Я надеюсь, будет слышно. Ну, а мне, как всегда, надо пикнуть билетик, подняться туда вот на мостик, и потом вправо, 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 и прямо в магазинчик. Боже мой, какое счастье, что особо далеко никуда ходить не надо, особенно когда жарко.
Вот это то, что можно увидеть сегодня по орхидеям. То есть белые. Одна вот такая мини-орхидеечка. Сейчас я посмотрю ее название. Ну, на нее цена $50, потому что ее вот посадили в такой вот керамический горшок. И еще две орхидеи. Вот это похоже на Гетеборг, а это, наверное, похоже на Клеопатру. Мне кажется, так она называется. Сейчас я все это рассмотрю. И ту. Вот это маленькая, такая красивая. Называется Экион орхидея. Да, я бы купила. Ну, извините, а нет, $40. Что-то я решила 50. Ну, я подумаю над этой орхидеей. Очень подумаю. Посмотрю на корни, ну и так далее. Прошла название. Эта орхидея действительно Клеопатра. Состояние прекрасное. Листья в замечательном состоянии. Основание прекрасное. А корни, вы посмотрите на эти корни. Так и хочется купить. Вот тут написано Клеопатра. Ну не знаю. Камера не очень хочет фокусироваться. Ой, ну вот скажите, как такое не купить? Покупаю. Еще и 2 цветоноса. Еще и на одном есть один бутон. Ну, есть надежда, что она все-таки подцветет. Так, поставлю аккуратно, чтобы, не дай бог, ее не уронить. Вторая такая орхидея оказалась Гетеборг, как я и говорила. Тоже в очень хорошем состоянии. Посмотрите, сколько корней всяких. Тут выглядит замечательно. Ну, у меня есть Гетеборг. Цветы такие прекрасные у нее. Хотя вот там уже есть засохший один бутончик. Но это не важно. Выглядит все равно прекрасно. Но у меня есть такая. Сейчас она отцвела. Тоже цвела 2 цветоносами. Так что куплю пока одну. Возвращаюсь с добычей домой. Вот сколько я за нее заплатила. 49,99. Но орхидея стоит того. Добрались мы с Клеопатрой домой. В целости и сохранности. Тут я ей поставила водички попить. Налила в поддончик. Она так попила водички. Пусть постоит, попривыкает. Ну, скорее всего, что завтра я ее и пересажу. Надеюсь, там внутри с корнями тоже будет все в порядке. Так как кажется по внешнему виду. Ну, и надеюсь, орхидея приживется хорошо и будет радовать меня и вас. Долго. Ой, красивая такая, ужасно. Я хотела купить такую орхидею, но в другом месте. Там у нас есть Queen's Arcade, и там продают подарки. А, как бы цветы в подарок, да? Там, ну, такие букеты можно купить, и подарки, и цветы. И там у него, у этого, там сидел такой дяденька, продавал, и у него была такая орхидея Клеопатра. Но это было перед 14 февраля, и она у него стояла 70 с чем-то долларов там. В таком, в подарочной упаковке и так далее. Ну, я с ним торговалась, я ему давала, что говорю, давай я тебе $50 дам, куплю, а он нет. Вот тут у меня праздник 14 февраля, типа все тут прибегут и будут прям орхидеи покупать на подарок. Ну, и, в общем-то, мы с ним не сторговались. Ну, я так пожалела. Хотелось мне купить. Это было как раз в тот день, когда я купила Кикион, и вторую миничку орхидею. И у меня были эти руки заняты этими орхидеями, и я так шла, и вот это вот увидела. Ну, зашла, поторговалась. Но человек не захотел, ну и не надо. Значит, мне была не судьба. А сегодня я вот приехала и купила такую красивую. Ой, она такая красивая, ужасно. Ужасно красивая. Вся такая в этом, в этих бордовых, кремовых и таких... каких-то цвет авокадо, я бы сказала, такой светлый цвет авокадо. У нее сзади лепестки. В общем, очень красивая. Я теперь это жду, вожделею пересадить ее. Надо подумать, во что пересадить. Может, в пеноплекс, может быть, войти в беленькие побегу, куплю какое-нибудь мясо, чтобы найти себе занятие потом это
мясо переработать, а поддончик этот беленький под орхидею отправить. Ну, в общем, очень красивая орхидея. Я рада. Я думаю, вам эта покупка тоже нравится. Я знаю, вам нравится. Потому что оно такое не может не нравиться. Вот такая вот просто, господи, ну такая красота, такая красота. Вот каждая орхидея такая красивая. Угу. Я желаю всем, у кого орхидеи, купить себе тоже такую красивую и радоваться на нее. И всего вам доброго!